Здравствуйте! Вы на канале «Простая кухня для вас». Сегодня я вам хочу показать рецепт очень вкусной яичницы. Для приготовления мне понадобится лук репчатый, помидоры, яйца, сыр твердый, батон, соль, молотый черный перец, растительное масло и зелень. Помидоры нарезаю кубиком. Лук нарезаю кубиком. Сыр натираю на крупной терке. Батон нарезаю кубиком. Яйца посолю. У меня вкусная соль. Поперчу. И хорошо все перемешиваю. Разогрела сковородку, добавила небольшое количество растительного масла, обжариваю лук на средней мощности. Через 2 минуты добавляю помидоры, продолжаю обжаривать. Через 3 минуты помидоры стали мягкие. Добавляю батон. Батон обжарился, у него появилась корочка. Заливаю яйцами. Убавляю мощность плиты на среднюю. Посыпаю сыром и готовлю до готовности яиц. Яичница готова. При подаче посыпьте свежей зеленью. Приятного аппетита и до новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте лайки.